Всероссийская перепись населения 2021 стартовала в Химках. Свою работу начали переписные участки. В МФЦ на левом берегу специально обученные волонтеры у входа встречают жителей, информируют и предлагают пройти эту процедуру. Довольно приходит мало людей с вопросом по переписи, и чаще всего они задают вопрос, для чего нужна эта перепись. На что я им отвечаю, что перепись нужна для того, чтобы узнать, какое сейчас в России количество людей. Я помогаю им пройти перепись на компьютере и просто их информирую о том, что проходит сейчас перепись, и объясняю, где вы можете ее пройти. О том, что началась перепись, Любовь Проскурина узнала по телевизору. Потом из письма узнала, где ее можно пройти и что для этого нужно. Не стала дожидаться волонтеров дома, а пришла сама, чтобы вписать сразу всю семью. У меня пожилая мама, и мне бы не хотелось, чтобы приходили домой. И я решила переписать всех членов семьи. А потом я очень пунктуальный человек, как бы рожденный, так сказать, в СССР, поэтому я решила это сделать, и чтобы больше не волноваться, забыть об этом. Наталья Морозова также целенаправленно пришла в МФЦ. Беспокоилась, что не удастся сразу пройти эту услугу, так как была не самая простая ситуация. Но сотрудники многофункционального центра смогли справиться и с этой задачей. Я опекун двух своих внуков. И вот я оформила сейчас себе и обеих внуков, которые формально прописаны в другой квартире, проживают со мной и с другой бабушкой. Сложности не возникло. Оценил работу пунктов и депутат Совета депутатов Валентин Герасимов. Вы знаете, на левом берегу организовано очень здорово. Мне очень понравилось. Доброжелательный здесь обслуживающий персонал. Вот побеседовал с людьми, которые сами пришли, потому что понимаю, что это просто необходимо сегодня. Перепись населения стартовала 15 октября текущего года и завершится 14 ноября. Ее можно будет пройти на портале госуслуг, дождаться переписчика дома, либо самостоятельно отправиться на переписной участок. Помогать в переписи населения будут 56 волонтеров. Все места, где можно пройти эту услугу, указаны на сайте администрации городского округа Химки.